Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Конечно, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь, если откроешь свое сердце. И все это, чтобы не одиночными ударами, мы должны делать так, не обычная, а музыка, чтобы мы ее слышали. Лоу-кик, быстро встречи, локоть и лоу-кик. То есть один, раз, два. И стараться между ударами сокращать время. Один. Раз, 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 молодец. Раз. Раз. Еще какой момент, Али, помните, я вам рассказывал тогда, да? То есть, когда мы готовим какой-то удар, мы прямой сделали, мы можем оставить центр тяжести 50 на передний, 50 на задний, и сделали. После этого, чтобы сделать лоу-кик, на лоу-кик держи. Нужно еще добавить немножко вперед центр тяжести, и потом только сделать. Нужно каким образом делать? То есть, вы у нас сделали первый лоу-кик, сделали. Первый лоу-кик сделали раз. После этого центр тяжести назад не выводите. То есть мы сделали лоу-кик, еще разок, лоу-кик сделали, ножку поставили здесь, центр тяжести на передней ножке, печень, локоток, и из этого же положения незаметно сразу лоу-кик, опа. То есть мы сделали печень, локоть, верхняя часть не двигается, коварный, по прямой, быстренько. То есть мы центр переносим тяжести, и здесь она, ножка, вот она, вылетает, она быстренько вылетает, коленку подняли, подняли сверху, раз, сделали, быстренько. То есть верхние шевелятся, чтобы было незаметно. Как только мы центр тяжести переносим, опытный ваш взгляд, профессионал, он сразу скажет, что вы бьете ногой. Не надо показывать об этом. Пусть противник не знает об этом. Приготовились? Давай, Алия, Алия, давай, 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 давай. Хорошо. Раз, печень. Раз, локоть. Молодец. Как волна в море. Одна большая волна и четыре хороших удара. Печень, локоть. Сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.